Привет, ребята! Дайте мне минутку, чтобы заглушить все мои дюрамаксы. Знаете, возможно, самая сложная вещь во владении тремя траками — водить их все одновременно. Привет, ребята! С возвращением! Он тоже здоровается. Да, я тоже тебя люблю. У нас тут уже четвертый LBZ Duramax. Тот, что слева, красный. Сначала поговорим о нем. А потом об остальных двух. И, конечно, про Monster Max, что с ним сейчас. Мне для всего этого пришлось взять огромный кредит в банке на моего отца. Но, если честно, это было проще всего. Итак, начнем. Новый трак — это очередной красный Sierra. С тех пор, как у меня появился этот, и я хорошо с ним обращался, я пообещал, что у меня будет еще один. Из всех траков, что у меня были, этот в лучшем состоянии. Я нашел четырех людей, которые раньше владели этим траком, и каждый из них что-то в нем доделывал. И сейчас в нем куча изменений. Рама у него просто в идеальном состоянии. Он просто охренительно чистый, тут невозможно найти ни пятнышка ржавчины по всему траку. Двадцатки мы отсюда снимем, потому что они мелковаты. Это в стиле Южного Иллинойса, или типа того. У него комплектация Regency. Это что-то вроде заводской спорткомплектации. Если честно, я такую комплектацию раньше никогда не видел. Тут всякие дополнительные датчики. Аудио от Kenwood'а. Вот эти сиденья, насколько я понимаю, тоже не стоковые. Дополнительное освещение. Есть также экранчик. У него горит чек-энджин, и предыдущий владелец мне сказал, в чем я лично убедился, у него идет переоценка лошадиных сил. И это значит, что если слишком много лошадиных сил, то компьютерная система не может с ними совладать. Вот почему он горит. Под капотом у нас тоже много модификаций. У нас тут воздуховод от Dance Diesel Performance. Разумеется. Что еще тут могло быть? Заменены трубки и все такое. Их заменяли из-за той проблемы с лошадиными силами, о которой я говорил. Здесь новая турбо и инжекторы. Мы, скорее всего, поставим сюда кованые диски. Зеркала 2015-го, 5-дюймовый выхлоп. Тут, я полагаю, у нас трансмиссия максимальной Pro-серии, сделанная фирмой Suncast Parts. В общем, этот трак в отличном состоянии. Предыдущий владелец говорит, что у него три раза активировался аварийный режим. Не знаю, столкнусь ли я с этим, но здесь стоит модифицированная трансмиссия Stage 5. И этот Stage 5, если честно, невероятно резвая штука. Хотя мы все еще используем модификацию Dance Diesel Performance и трансмиссию, и воздуховоды. Так что вот такой он новый трак.
Вы, наверное, ждете, что мы будем делать с ним безумные штуки. Будем ли мы это делать? На самом деле у меня нет планов ушатывать этот экземпляр. Но, может быть, мы придумаем еще что-то. Мы немного поработали над гоу-картом. У нас тут в Дуфа Dance Diesel Performance. Мы вообще-то используем его без фильтра довольно долго. И я уверен, что он всосал кучу мусора. Сейчас мы его приподнимем. Мы так много прыгали, что все наши шаровые опоры выдавило. Шаровые опоры вот так выдавлены по обеим сторонам. Когда наезжаешь на что-нибудь, можно услышать громкий хлопок, потому что они сейчас слишком выступают. Мы починили рулевые тяги, которые погнули. Вот эта, которую мы погнули, она доходила вот до этой скобы. Так что мы это починили. Мне смешно слышать, когда люди говорят, что надо использовать муговские шаровые опоры и рулевые тяги. Типа это хороший бренд. На самом деле они ничем не отличаются от стоковых. С ними происходит то же самое. Мы сделали на заказ вот такие, супермощные. На всех трех траках у нас такие, и они просто неубиваемые. И наш белый LBZ. Это трак из Техаса. Или, по крайней мере, большая его часть. Худстак плавил батареи, так что нам пришлось перенести их под раму. Когда я делаю пробуксовку, трансмиссия первую секунду держится на третьей, потом переключается на первую. Так что здесь какая-то проблема. В общем, сюда мы тоже поставим трансмиссию от Dance Diesel Performance. Мы заказали колеса для Monster Max, они приедут к нам где-то в декабре. Объем получился очень большой, и нам для доставки потребуется целый трейлер. Мы не будем использовать мелкие, типа 34-ки. Эти световые панели мы оставим. Когда мы их заказывали, я думал, что 6 это будет безумно. Но, как мы видим сейчас, выглядит не очень безумно. Так что мы сделаем штук 18. Они тоже скоро приедут. Мы потратили 5 штук на световые панели. Мы будем его показывать на Lucas Oil Raceway. Так что приходите и посмотрите своими глазами. Мы раздаем бесплатный мерч тем, кто использует наш промокод для покупки билетов. Это лучшее шоу, на котором я когда-либо был. Особенно та часть, что проходит после в отеле. Там очень большая свободная площадка, если вы понимаете, о чем я. Я уже знаю, о чем вы, ребята, думаете. Он вкорячит в него худстак и сбросит на него 20 комплектов колес. Да, мы так и сделаем. Но также я хотел бы, чтобы вы оставили комменты. А то мне многие пишут. Не знаю, хейтеры они или нет. Но они пишут, что мой контент повторяется. Ну так предложите мне что-нибудь, чего еще не было. Если вы предложите мне снять 45-минутное видео, где я говорю о тонировке фар, я сделаю. Не стесняйтесь выразить свои предпочтения. Если вы не хотите видеть, как три Дюрамакса стартуют с пробуксовкой в грязи на шестиколесном приводе с бескапотником, который перетягивает их на канате, и посередине горит огонь, а большие белые акулы делают кувырки назад, и одновременно с этим происходит землетрясение, окей, мы не будем этого делать. Но в этом и есть весь смысл. Мы тут для того, чтобы безумствовать. Подписывайтесь на мой канал Wiesland Diesel Russia и на Инстаграм. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.